Давайте, дорогие братья и сестры, встанем и помолимся. Барухата Адонай Элогейну Мелех Аалам, Ашер Бехрабану Миколь Емин, Венатан Лану Эт Торато, Барухата Адонай Нотен Гатара. Благословен ты Господь, наш Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. У меня есть большое желание прославить Бога за то, что, друзья, мы здесь, в Доме Божьем. Давайте воздадим Ему хвалу. Господь, это Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Боже, привел нас в этот Дом Божий. И мы здесь имеем возможность, Господь, читать Твое Слово, Господь, слушать Твое Слово, Боже, спасибо Тебе. Мне тем более это чудно, потому что я был служитель иных богов и, будучи политическим работником, проводил в свое время атеистические чтения, я вам об этом много раз говорил, но периодически на меня накатывает эта благодарность, потому что когда ты выходишь комментировать Тору, ты вспоминаешь, Сергей, ты было такое, но Бог миловал тебя. Он благий Бог, друзья. Если Он помиловал такого, как я, то тем более и всех помилует. Слава Ему. Значит, сегодня мы изучаем раздел Торы, который называется «Балак». Это Бамидбар или книга «Исход», 22, глава 22, значит, 2 стих, 2, и глава 25, 9 стих. В этом разделе описываются события о том, как Моавитский царь Балак, поэтому глава так называется, с него начинается, значит, он, значит, предпринял неудачную попытку с помощью наемного пророка Валаама, значит, проклясть израильский народ. Но в результате Господь так обернул, что израильский народ был благословен. Вот. Хотя там последовали определенные события, о которых мы будем говорить после этого. События этого раздела Торы, они происходят в последние недели перед вхождением израильского народа в землю обетованную. Значит, недавно, перед этими событиями, значит, израильский народ, Израиль прошел мимо Едома, попросил, чтобы их пропустили туда, в землю обетованную, они не пропустили. Потом мимо Моава два раза посылалась, значит, туда делегация, значит, они тоже не пропустили. В конце концов пришли к амориянам, амориане тоже не только не пропустили, но еще и вышли воевать. Победили амориан, это царей, значит, Ога и Сигона, если вы помните. Да? Вот. И вот теперь лагерь Израиля стоит перед Иорданом, вот представьте себе, перед Иорданом, здесь Мертвое море, впереди Иерихон, а за Иерихоном там не так уж далеко и город, который впоследствии станет Иерусалимом. Вот Моав здесь, Моав здесь. Вот. И давайте посмотрим, как начинаются события. «И увидел Балак, сын Сиппорова, все, что сделал Израиль амореям». Но перед этим амореяне были изничтожены под корень. «И весьма боялись амовитяне народа сего, потому что он был многочисленен. И устрашились амовитяне сынов Израилевых, и сказали амовитяне старейшинам мадиамским». Ну, мадиамские старейшины жили среди амовитян, там и амореев, видно, они пользовались определенным авторитетом и были в союзе с ними. Ну, что-то у них было такое. «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сиппоров, был царем амовитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виору, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он после меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Ну, чего испугались моавитяне, в общем-то, не совсем понятно, потому что они знали, во-первых, что это родственный народ Израилю, и, во-вторых, я более чем уверен, что во время посольства, когда с ними говорили «пропустите нас», им с ними, ну, как всегда, послы говорят: «Ну, мы же братья по крови, в конце концов, пропустите нас, какие проблемы там, ну, все будет нормально». Вот, поэтому они вполне как бы могли их пропустить, но они испугались. И они испугались до такой степени, что в одном переводе, значит, я увидел, там вот, вместо «испугались» там было написано «и опостылила им жизнь». Вы понимаете? Вот, то есть они, я так понимаю, что там было нечто духовное. Не просто они от испуга опостылило им жизнь. То есть они смотрели, будучи язычниками, идолопоклонниками, в их храмах они поклонялись, значит, Ваалу, значит, и в их храмах была храмовая проституция, и, возможно, там детские жертвоприношения там, и так далее. Значит, ну, то есть
у них творилась мерзость. Вот, значит, и они вдруг увидели народ, который живет совершенно по-другому, чистой, святой жизнью, и среди них Бог. И им вот эта жизнь, она им просто опостылила. Понимаете, почему? Это можно сравнить, наверное, с тем, некоторые, наверное, переживали среди вас, когда человек приходит, ну, будучи язычником, будучи там пьяницей, бийцей, там, и, может быть, там и наркоманией занимался, и, там, и явно развратничал, и так далее. Вдруг он начинает жить святой жизнью, и вдруг он своим родным опостылевает. Вот до этого не постолевали, тратили бешеные деньги на лечение и так далее. А вдруг он стал святым, и все, я постылил. Я встречался с этим, понимаете, когда родители, когда жены и мужья, когда вот им близкие опостылевали. Вот очевидно, до такой жизни, вернее, до такой степени опостылили, значит, израильтяне. Вот. И, соответственно, послали за Валаама. Ну, Валаам, значит, я остановлюсь на этой личности особенно, потому что мы увидим, что путь Валаама, он продолжается и дальше. Вот, значит, Валаам, которого пригласил мавитский царь Балак, судя по всему, он был языческим пророком, обладавшим некоторыми познаниями о Боге. Значит, иудейские комментаторы, ну вообще и христианские иудейские комментаторы, они однозначно считают его отрицательной личностью. Иудейские комментаторы говорят, что он был, вначале он был праведником, но потом стал как бы на путь неправедный. А в Талмуде, в разделе Сангедрин, там говорится о том, что, сейчас я прочитаю, Балак сначала был пророком, а потом стал колдуном. Вот. Он жил где-то в 20 днях езды от мавитян, значит, это было достаточно далеко, на Евфрате. Вот, и вот в прошлом веке, в 30-х годах, производили раскопки вот, примерно в том месте, где он жил. И там обнаружили город Марии. Вот, и по клинописным табличкам увидели, что в этом городе жила многочисленная такая колония, можно сказать, этих колдунов, гадателей, прорицателей и так далее. Вот он был, очевидно, из них, но имел некое познание о Боге. А в то время, мы знаем, достаточно много людей имели познание о Боге. Вот. И он, соответственно, как бы тоже приходил, как бы, наверное, и понимая, что Бог... Что Бог так и есть, имел некое познание о нем, а мавитяне знали, что он знает Бога израильтян. Поэтому они именно его пригласили, ну, уже говорят, что у него был такой авторитет, такого знатного, так сказать, колдуна и прорицателя. Вот. И, значит, прислали первую делегацию, значит, Валаам попросил Господа, он сказал, не иди, потому что этот народ благословенный, я его хочу благословить. Значит, ну, те второй раз прислали еще более знатных, пообещали еще больше ему богатства. Вот, значит, Валаам, значит, понятно, что он знал мнение Бога, но ему, видно, хотелось все-таки вот этого дела, значит, золотишко побольше. Вот, и он все-таки пошел. А вдруг Бог похож на других богов, ну и переменит свое мнение, и я пойду все-таки и свое получу. Вот. Значит, ну, Бог ему запретил, а потом все-таки, ладно, иди. Вот. И он пошел, вот, радостный такой, быстро стремится, и вот происходит вот это вот случай со слицей, всем известно, да? Когда встал на пути ангел, а слица там в одно место, в другое, третье, вот, и не хочет идти, а он ее лупит. В конце концов, она заговорила, за что ты меня бьешь? Он говорит, так знал бы, вообще убил бы. Было бы чем, вообще убил бы тебя. Но она говорит, ну, посмотри, здесь же ангел, он увидел этого ангела. Ну, в конце концов, ангел говорит, хорошо, иди, но только говори то, что я тебе скажу. И вот он приходит к Балаку, я буду называть его, ну, там он в транскрипции русской, Балаку, да, значит, и здесь он идут на одну гору, значит, тот говорит, давай 7 жертвенников, ну, Валаам говорит, давай 7 жертвенников, 7 овнов, 7 тельцов принесем, принесли, уединился, потом, значит, провозглашает, что ему Бог сказал, и вместо проклятия идет благословение. На вторую гору зашли, опять та же самая ситуация, 7 жертвенников, ну это чисто колдовство, вы же видите, в Библии там такого нет. Значит, еще раз уединяется, пытается, значит, что-то говорить, произносит благословение. Значит, ну, здесь его уже, он понимает, что все, здесь уже ничего ему уже не отрывается, значит, здесь как раз на него сходит Дух Божий, значит, и он уже говорит чистое благословение, ну, уже видно, от чистой души, то есть уже без всяких моментов он от чистой души уже говорит благословение на Израиль. Здесь и о прекрасных шатрах Иакова, да, жилищах Израиля, вот, о том, что благословляющий тебя, повторяет Авраам, благословляющий тебя, ну,
то, что обещание благословится, проклинающий, короче, будет проклят, и так далее. То есть прекрасное благословение в жизнь и в будущее еврейского, в жизнь и будущее еврейского народа. И там и мессианские мотивы есть о том, что будет звезда среди Израиля, и скипетр о том, что будет царь некий, который, ну, будет великим царем среди израильского народа. Потом четвертое благословение, где он пророчествует и очень круто пророчествует, значит, окружающим народам. Вообще-то еврейские мудрецы, они считают, что Валаам, он был по своему дару, он был даже, ну, дару имеется в виду пророчество, да, он был даже круче, чем Моше. Вот, значит, но для Бога важно не сам дар, это уже он дает дар, а как человек использует дар во благо людей и как он прославляет Бога. Вы знаете, значит, и мы не должны, вот то, что там на него сошел Дух Божий, на то, что там иногда называет Бога своим Богом и так далее. У него такая риторика верующего человека. Там все, я вопрошу, там туда-сюда, значит, не-не-не. Там, значит, этот человек, как бы, ну, смотрите, что о нем говорит, например, 2 Петра 2:15. Валаам, сын Вассурова, возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесно от лица проговорил человеческим голосом, остановило безумие пророка. То есть он был настолько, как бы, возлюбил эту мзду, да, что, ну, до безумия. То есть он, когда он шел с этой, ну, встретился с этим ангелом, его просто, ну, перло его, понимаете. Он так вот, он видел, у него серебряные доллары были в глазах, понимаете, в это время. Он так описывает Библия. Вот. В другом месте написано, что, значит, они, ну, то есть моавитяне наняли Валаама, чтобы проклясть тебя, но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Это Второзаконие, 23 глава. То есть здесь говорится о том, что он таки хотел проклясть, у него было желание проклясть, потому что, ну, деньги, понимаете, то есть это был наемный пророк, можно так сказать. Такие тоже бывают из тех, и среди людей, которые знают Бога. И вот, ну, короче, его Балак его отсылает обратно, значит, ничего ему не дает. Но тут все-таки в 31 главе этой же книги говорится о том, что он все-таки, ну, дал совет, нехороший совет дал, и ввел в искушение сынов Израилевых. Значит, ну, скорее всего, значит, эти жрицы этих храмов, проституирующие, значит, они поставили свои шатры и стали приглашать к себе сынов Израилев, и особенно колено Симеонова, оно все-таки повелось на это. Вот. И, короче говоря, вот этот путь Валаама привел к чему? Он привел к поражению, к тому, что 24 тысячи людей, в основном они из колена Симеонова, по переписи это видно, они, значит, были поражены. Вот коротко, как бы, это, значит, это личность. То есть мы не должны, нас не должна, как бы, вот, путать его риторика, потому что иногда такое возникает, знаете, ну, все-таки, ну, вот вроде бы Божий человек, вот такие вещи происходят. Не-не-не, Бог смотрит внутри, и он это нутро, это он показал нам. И видно, вот эти события, которые происходили в это время, они настолько важны, что Бог упоминает о Валааме и его пути, вот, и в Второзаконии, и в Иисусе Навине, и у пророка Михея, и в Откровении. Но особенно ярко это все выходит в 2 Петра, послание 2 Петра, 2 глава, значит, и послание Иуды. Вот. Там говорится о том, что, оказывается, путь Валаама, значит, он и люди такие, похожие на Валаама, они не перевелись и среди Божьего народа. Вот 2 Петра говорится, я буду, как бы, сочетать Петра и этого, и Иуды, послание Иуды. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя погибель, и многие последуют их в разврату». Понимаете? То есть многие последуют их в разврату. То есть они таки будут иметь определенный успех. Как Валаам имел успех среди Израиля, так они будут иметь и среди Божьего народа, как бы, и в современное время. «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». Вот, Иуда говорит, они нечестивые, обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Понимаете? То есть они отвергаются Иисуса, его суть, его учения. Да? И вот эту вот благодать Божью они приводят в повод к распутству. Они говорят, ну,
не будем там глубоко анализировать, ну, короче, они, благодать, они говорят, вот вы, Бог сказал же любить друг друга, вот мы будем любить друг друга, как мы хотим, например, понимаете? Или Бог же не против того, чтобы мы были богаты, давайте мы будем стремиться там, к богатству там, и так далее. Вот. Иуда сказал, что они оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти, ропотники ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Уста их производят надутые слова. Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам. То есть у них есть вот это вот нечто валаамское, то есть желание. То есть они как бы продали душу дьяволу, ну, как бы рядятся под своим. Отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Это из Иуды. Кому опасны эти люди прежде всего? То есть мы видим, да, что в современное время могут быть вот такие вот люди, которые идут по пути Валаама. Вот это могут быть служители, а это могут быть не служители, а это могут быть разные люди. Но явно они что-то хотят от нас поиметь, понимаете? Может быть уважение, может быть там, почитание, может быть деньги, может быть много чего, короче, можно иметь там, понимаете? Вот, поэтому как бы они корыстные люди. Вот, и у них вот эта вот душа Валаамова. И 2 Петра тоже говорит 14 стих, что они прельщают неутвержденные души. Угу. Они, дальше, 18. Они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстают от находящихся в заблуждении. То есть кому прежде всего не опасно? Первое, тем, кто только что пришли к Господу, да, и неутвержденным. Неутвержденный – это не значит, что только что пришел к Господу. Можно ходить годы, ходить в общину или в церковь Божию ходить, понимаете, и быть неутвержденным. То есть не быть вовлеченным, не читать слово. То есть, ну, понимая, что здесь хорошо, люди ходят, там, знаете, ну, вдруг Бог начнет действовать. Я хожу, я освящаюсь там, и так далее. Но они не утверждаются в вере, они не утверждаются в слове, прежде всего, не, во взаимоотношениях с Богом. Понимаете? Поэтому не надо думать, что это только молодым. Но прежде всего молодым и неутвержденным. Вот. И для них вот эти вот лжеучителя, они представляют самую большую опасность. Но почему эти братья, значит, они будут уловлены? Понимаете? Я здесь увидел один ключик такой. Потому что, вот тоже 2 Петра, обещают им, ну этим неутвержденным и молодым, да, христианам, свободу. Они обещают им свободу. И я почувствовал в духе, что не просто обещают свободу, да, они обещают им быструю свободу. Это то, что я очень четко почувствовал. Это сейчас очень характерно для современного мира. Быстро. Все быстро. Нажал на кнопку, позвонил, тебе прислали, значит, купил в Германии, здесь по интернету деньги, тебе принесли, ты пользуешься, все. И вот, значит, вот когда все делается быстро, там билеты, там все, поездки, это все делается быстро. И вот такой человек приходит в общину, да, вот, и ну, говорит, я хочу свободы от греха, от свободы от там, безденежья, да, от нищеты вот этой вот, свободы от собственной глупости, которая меня все время ввергает в разные проблемы там, и так далее. Вот, значит, и вот приходит он к пастору, приходит к служителю, например, вот коллегу Щепанскому, вот приходит, Олег, это в учебных целях, значит, например, и говорят, вот я хочу свободы. Он говорит, садись, брат или сестра, сейчас с тобой поговорим. Вот, и имея богатый жизненный опыт и понимая Слово Божие, говорит, ты понимаешь, говорит, тебе надо ходить в общину, тебе надо иметь общение со святыми, тебе желательно, чтобы ты ходил в группу. Будет классно, если ты окончишь MGBI, каждый день слово читать, молись, брат, и так далее. Понимаете? И только так посчитает, так это же годы. Ну, говорит, ну, наверное, годы. Понимаешь, посмотри на всех библейских героев, они годы шли к своему призванию. Нет, я хочу быстро, понимаете? И вот здесь, как бы, вот как, здесь как на поготове эти люди, которые говорят, можно, оказывается, можно быстро. Вот. И вот как Балак, например, я называю это путем Балака. Что такое Балак, путь Балака? Да? Значит, он, будучи идолопоклонником, да, будучи идолопоклонником, поимел проблему. И он хотел ее быстро решить. И вместо того, чтобы пойти, например, по пути ну, того же, допустим, царя Ниневии, да, который покаялся, и народ пока, когда они поняли, что они в грехе, в проблемах, да, они покаялись, Бог их помиловал. Вместо чтобы пойти по такому пути, я думаю, что он понимал, что такой путь все-таки есть, понимаете. Вот, значит, он пошел по другому пути. Он подумал, а не найму ли я, значит, помазанника, который придет и здесь быстренько порешает мои проблемы. Вот. И мы видим, что такой путь, он привел к чему? Он привел к поражению
вернее, что такой путь, значит, он не решил его проблем, вот, что он не решил его проблем. То есть то, что он хотел, он так и не получил. Вот. Значит, как может мыслить, именно вот как Балак, как может мыслить неутвержденный человек? То есть фактически люди неутвержденные, особенно и молодые христиане, во многом еще остаются в какой-то степени, я не хочу обижать, но в какой-то степени идолопоклонниками. То есть они поклоняются в своей душе и надеются на вещи вне библейские, понимаете, там на людей, на обстоятельства, там, на помазанников там, и так далее, что кто-то придет и так далее. И вот когда они попадают в проблему, у них возникает такая внутренняя похоть быстрого решения. Ну, все же быстро решается, почему я тоже не могу решить быстро? А поеду-ка я на конференцию. Там я слышал, есть некий помазанник, который помолится, и все. И вот этот ореол там, или что там, нищеты там уйдет, и у меня там пойдут деньги, там, или там я избавлюсь от одиночества, или еще что-то, понимаете? Вот. Я не против конференции, поймите, я за конференции, сам люблю, сам езжу. Я против мотивации балаковской, понимаете? Я против того, чтобы вот против этих быстрых решений. В Боге не бывает быстрых решений, которые касаются нашей жизни. Изменения в нашей жизни приходят когда? Когда меняются наше мышление, когда меняется помышление нашего сердца, понимаете? Вот. И это происходит, к сожалению, это происходит не быстро. Этим церковь отличается от внешнего мира. Да? У нас изменения будут всегда, это да и аминь. Вот. Всегда будет, не зная ни одного человека, который шел бы за Господом, у него не было положительных изменений. Всегда будут положительные изменения, всегда будут то или иное решение. То есть движение в жизни человека будет всегда, потому что путь праведника, он как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня. Вот. Поэтому, друзья, ну что, будем бдительны. И 2 Петра 3:17, это в 3 главе говорится: «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём», то есть предупредили? Никто же не скажет, что вас не предупредили. Предупредили. Поэтому что мы? Смотрим за помышлениями собственного сердца, анализируем, что нас влечет к быстрым решениям, да? Там, духовным, душевным, материальным. Вот. Плюс Иуда говорит, назидая себя на святой вере вашей, там он раньше говорит, ранее переданной, однажды, вернее, переданной вам, однажды переданной, не той вере, которую эти лжеучителя потом принесут, а той, которая вам, она дана в слове этой вере. Так вот, утверждая, назидаешь на святейшей вере, молясь Духом Святым, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати познания Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, в день вечный. Все скажем, что аминь.